Снова душа катится в путешествие. Но нет, это не простое путешествие. В 20-м году путешествовать я бы не стал. По состоянию здоровья еду. Выяснить, что там с копчиком, с шеей. МРТ пройти. Авось копчик поправят. Но пока немного аэропорта. Аэропорт Ленска особо не поменялся. Все те же плакаты. Баннеры. Этой мусорки здесь не помню. Может, была уже. Внимание, не садиться. Соблюдайте дистанцию. Вот тут я застал приземление. Ну, точнее, не приземление, а уже окончание приземления Ан-24, на котором полечу. Блин, они просто божественные, эти самолеты. Они просто офигенные. В детстве также стоял отсюда, смотрел, наблюдал и просто радовался. Авиации. Здесь, по-моему, фотки были лучших летчиков. Здесь уже покрасивше стало, чем в прошлый раз. В прошлый раз здесь, в прошлом году, да, где-то здесь земля была насыпана. Вроде бы в этом месте. Убрали, все чистенько сделали. Аэропорт хоть и старый, но его все-таки содержит более-менее в чистоте. Меня это радует.
вспоминали. А пропеллер потрогать можно? Это нет, нет. Нельзя? Ладно, не будем отвлекать. Как обычно, я здесь вставляю короткую версию, а полная версия взлетов и приземлений будет доступна по ссылке в описании. Еще весьма интересный такой момент был во время полета. С одной стороны самолета облачная завеса была, облака сплошные, а с другой стороны чистое небо. Первый раз такое видел. Во время полета смотрел видосы Лехи Сгурского об его увлекательных трипах и прочих путешествиях. Рекомендую посмотреть. Канал называется Reality of Сгурский. Да, двойные наушники, потому что Ан-24 это по сути как летающий трактор. Все грохочет, гремит. Пришлось одни наушники со звуком надеть, другие с шумоизоляцией. Вот так вот было неудобно. Красивые виды захватывал. Мне еще очень повезло, что рядом никого не было. Расселся один, как царь, как боженька. В ходе полета предложили воду байкальская, сильно газированная, только какая-то разгазированная была. Недостаток газов ощущался. На заметку авиакомпании, нет ничего отвратительнее, чем разгазированная вода. Не делайте так больше. Так и не понял, что это было. То ли речка недозамерзшая, то ли земля такая. Скорее всего, прослойка незамерзшего льда в речке, которая никак не может замерзнуть. Какая-то аномальная теплота была весь ноябрь. Там еще минус 30, минус 40 должна быть температура. Там минус 5, минус 10, там максимум минус 14 было на пару дней.
и снова тепло.
самолет просто здоровенный. Полетели, вообще красиво. Хорошо так. Что-то колеса дымились почему-то. Так,
прибыл. Но погода что-то звездецкая, ужасная. Почапал в гостиницу. Дальше видно будет.